желаем попробовать выиграть наши призы. Более того, друзья, испытания вы можете проходить на каждой станции неограниченное количество раз. То есть, если где-то у вас получается играть лучше, оставайтесь на этой станции. Лучше все-таки попробовать себя во всех возможных испытаниях и конкурсах. Каких именно, мы расскажем вам в течение нашей игры. Итак, друзья, всем удачи! Стой, сокровище! Начинается! Между Нижним Новгородом и чем? Костромой? Смотрите, такое солнышко греет. Прям так стало тепло. Проходим. Кстати, вот все городочки маленькие, которые мы проходим, нас посвящают, говорят по громкой связи, какой город мы проходим, чем он прославился, кто родился. Сегодня просто мега увлекательное было приключение. Милан, тебе как, понравилось? Очень, конечно, понравилось. Да ладно. Да, Милан. Вот. Была у нас сегодня пиратская вечеринка, да? Еще продолжится. Да, сегодня будет вручать свету. А мне, потому что я сегодня выиграла Джек. И я тоже выиграла, кстати. А ты где выиграла? Тоже в детском турнире. В детском турнире я выиграла? Короче, мы сегодня будем с наградами. 8 часов нас будут награждать, да? Ну вот, мы хотим, вот идем с Миланы, хотим показать вам погоду. Иди сюда. Блин, так круто! Все, оставайтесь с нами. Да, оставайтесь с нами. Самое большое, кругосветное, настоящее путешествие. Поэтому ваша помощь нам сегодня обязательно понадобится. Но для начала есть, как мне тут сказали, те вот эти ребята в оранжевом, которые вместо нас тут были,
что у вас какие-то есть традиции приятные. Например, именинников вы частенько здесь поздравляете. И прямо здесь, на этой сцене, мы не будем нарушать. Тоже необходимо вас познакомить. И начнем мы с детей. Итак, сегодня в детской лиге, в состязании сильнейших, так назывался этот турнир, сразу в трех категориях мы определяли чемпионов и приглашаем сразу трех победителей сюда. Это победительница в старшей детской лиге, это Милка, средняя детская лига, Ксюша и самые-самые маленькие Алена. Вот они, наши веселые победительницы. Итак, сегодня так же, как и всегда, по традициям теплохода, достаются банданы, достаются дипломы, достается громадная порция ваших аплодисментов, друзья. Браво! Чемпионы детского турнира, девчонки сегодня все побыграли. Молодцы! Все, молодчины, да, отправляйтесь на места, наслаждайтесь шоу. Теперь умница. Взрослые. Давай. Сегодня взрослые также активно участвовали в наших турнирах. Один из этих турниров был анонсирован, другой случился стихийно. Да. И так или иначе всех мы хотим снова пригласить сюда. Начнем мы с турнира Blackjack или же 21. Приглашаем сюда победительницу Наталья. Ее зовут, друзья, на ваши громкие аплодисменты. То есть вот так вот, да, случилось? Милка выиграла сегодня детский турнир. Наталья, мама выиграла взрослый турнир. Семейная традиция, и это здорово, друзья. Город Мурманск, кстати говоря, на этой сцене приулил сегодня свой город. Две банданы, два диплома и эти аплодисменты. Браво! Спасибо, Наталья, возвращайтесь на место. Телекомпания «Максим Литвинов» представляет. Пираты за Угличской заводью. Психологический триллер. Жил да был Джек Воробей. Карамба! Он был пиратской версией всех лицензионных героев. У него была подруга, красавица Элизабет. Как-то раз Джек Воробей. Будьте внимательны, там по нескольку раз все это будет. Был расстроен. У него пропал его любимый хомячок Буцефал. И никто ему не сочувствовал, кроме специально приглашенных по этому поводу плакальщиц. Потому что ты меня покинул! И вот Джек Воробей. Карамбай! Прибыл в порт. На перебой предлагали ему свои услуги торговцы. Шаурма, бананы, яблоки! Недорого, доллары, евро, меняю, недорого! И вдруг Джек Воробей. Карамбай! Увидел корсаров. Они играли в русскую рулетку на деньги. Усиливался ветер. Громче стенали плакальщицы. Активнее стали предлагать свой товар торговцы. Потому как в порту появилась красавица Элизабет. Это сразу привлекло внимание страстных корсаров. Совершенно случайно Джек Воробей удачно подслушал у корсаров. Дай мне на башку и бутылку рома.
Браво! Где они хранят свои сокровища? И сразу рассказал об этом красавице Элизабет. Она разболтала плакальщицам. А те нашептали торговцам. Это услышал ласковый южный ветерок и разнес по всему порту. И только сбежавший хомячок Буцефал ничего не узнал. А ему и не нужно было, он первым нашел сокровище и убежал на борт теплохода Максим Литвин. Туда же поспешили Джек Воробей! Карамба! С красавицей Элизабет! За ними ломанулись торговцы! Шаурма, чебуреки, бананы! И плакальщицы! Но от них не отставал и весь порт. Оседлав своих коней, в погоню пустились корсары. И всех замочили. Порт! Быстро забыл эту историю. И только ласковый южный ветерок шумел и шумел. Ну а мораль всей сказки такова. Нечего хомячков разводить. Нашли сокровища и бегом к нам на Максим Литвинов. А здесь оторвемся по полной. Аплодисменты артистам! Ну что ж, друзья, вы сегодня были просто превосходны. Справились со своими ролями на все 100. За это мы дарим вам вот такие вот нашейные Оскары и эти громкие аплодисменты. Давайте поаплодируем дальше на Софке, которая тоже отработала нам все 100%. И я танцую, как хочу сегодня в нем. Пою вещам песню, ты чудесный. Поход вперед летит, кричу приключениям. Стрель вперед, тянем канатики. Каждый раз, как будто в детстве, а в глазах сердце горит. Не останавливайся и не говори слов. Смотрим и не покрылись, недавно нам забылись. Готовы мир вместе с вами обрыть. Все как в фильме, в красивом кино. Идем вперед! Зажигаем только с нами руки выше. Делайте полный поклон на здесь, здесь. Все ваши друзья, все в сборе, мы здесь, здесь, здесь. Рады взрослые и дети, все здесь, здесь, здесь. Лучший отдых на планете, он здесь, здесь. Хочется и запоминаем вот что. Теперь вы часть команды, часть корабля. И без вас теперь это путешествие не было бы таким ярким, веселым, интересным и замечательным. Продолжайте в том же духе. Теперь вы наши самые настоящие братья и сестры. Все ваши друзья, все вскоре мы здесь. Взрослые и дети, все здесь, здесь, здесь. Лучший отдых на планете, он здесь, здесь. И погон Максим Литвинов полностью! Спасибо вам за этот зажигательный интерес.